Сильные личности с непомерным аппетитом. Барсуки – правящий клан леса, часто занимающий одно и то же место из поколения в поколение и прокладывающий сеть протоптанных лесных троп. Они игриво гордятся домом и являются опытными собирателями. Барсуки – фантастические копатели. Они живут семьями в сложной подземной системе нор, которые они роют сами. Их жилище состоит из множества комнат с многочисленными выходами на поверхность и кучей запасных туннелей. Свой дом барсуки содержат в чистоте, убирая из нор старую траву и прочий мусор. Никогда не станут устраивать из жилища туалет. Для этого у них есть специальные уборные, находящиеся на краю их территории. Барсуки всеядны, но около 80% их рациона составляют дождевые черви. Они могут их слопать сотню за одну ночь. Они единственные из семейства куньих, которые ложатся в зимнюю спячку, перед этим уминая за обе щеки все, что найдут.